Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня приготовим вот такую несложную выпечку. Слоеные ракушки с начинкой. Очень вкусная выпечка это. К чаю, вечернему кофе. Очень подойдет и готовится очень быстро. Так что давайте готовить. Для приготовления вот у меня пласт теста 0,5 килограмма слоеного. Разморозила. Развернула тесто я. Мне надо его разделить на три части. 27 на 9. Вот я наметила. Так. Так. И здесь такую же часть. Так, 9,5. Ну вот и все. По рецепту три части использовать, вот одинаковые. Этот не пропадет кусочек. Тесто смажем растопленным сливочным маслом. Вот у меня тут. Так, хорошо смазываем. Выкладываем вторую часть теста. Смазываем маслом опять. Теперь выкладываем третью часть. Все. Посередине осталось у меня немного масла. Вот так. Теперь скатываем в рулет тесто. Все. И отправляем в морозильную камеру на час. Тесто полежало у меня час в морозилке. Ну, разрезаю на 6-7 дисков, где-то сантиметра по полтора. Разрезать буду ниткой. У меня 40-ка. Взяла двойную нитку и буду разрезать. Это для того, чтобы не помялись слои теста. Аккуратненько разрежется все. Так, намечаю по кругу. Вставляю в прорезь и свожу концы. Вот так. О, хорошо, видите? Нарезала тесто на 7 кусков. Теперь берем кусок теста и делаем как бы воронку. Так внутри вминаем пальцами. И получается у нас воронка. Джем. Так, сгибаем. Так, внутри помяли немного, сделали выемку, начинку. Вот так. Выложила наше изделие на противень. Отправляю в горячую духовку градусов 200. У кого как печет. У меня 180 не печет, 200. Минут 25. Ну, будем смотреть, чтобы зарумянились ракушки и будут готовы. Достала из духовки ракушки. 35 минут они у меня выпекались в моей духовке. Немного остынут, посыплю сахарной пудрой.
Посыпем ракушки сахарной пудрой. Такие получились ракушки. Теперь необходимо попробовать с ложечку нашу. Хрустящая, нежная. Очень вкусные ракушки. Просто тают во рту. Похрустывает это слоеное тесто, как и должно быть. Начинка хорошая. Так что приготовьте, это очень вкусно. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вы приготовите такие ракушки слоеные. Понравилось видео, ставьте лайки, заходите на мой канал, подписывайтесь. И до новых встреч, и всего вам самого доброго!